Это не просто дырка в стене. Ведь чем больше окон, тем больше света и уюта будет в доме. Современные окна делают из нескольких слоев стекла, между которыми оставляют место для воздуха. Воздух задерживает тепло и не выпускает его наружу. А знаете, как определить, сколько слоев стекла в вашем окне? Посветите на него фонариком. Сколько в нем отражений, столько и слоев. Посмотрел мультфильм? Покажи его и своим друзьям. Жми на стрелочку, чтобы поделиться мультиком на своей страничке в соцсетях. А чтобы не пропустить новую серию, нажми на колокольчик. Что? Нет колокольчика? Так надо на канал подписаться, и сразу станешь нашим другом.